Наше путешествие по Торонто продолжается в цветочной галерее, в ботаническом саду. И если на улице нам не предоставилось пока возможность полюбоваться такими красотами, то здесь мы можем насладиться этим в полной мере. Прошу занимать места. Такие вот листья гигантских растений сопровождают нас в течение этого путешествия. И мы отправляемся в тропическую зону, где нас ждут пальмы и прочие диковинные растения. Да, вот такие вот пчелки. Хорошо, что искусственные. Были бы они настоящие, никто бы им так не обрадовался. Весенние нарциссы разбавляют это тропическое буйство. И огромные лимоны. Совершенно неожиданные для этого климатического пояса. В этих тропических джунглях нашлось место и для живой природы. Вот эти черепашки созерцают, когда же приедет их карусель. И терпеливо ожидает своей очереди.